Здорово, бандиты. Дигдигемста снова с вами. Сегодня будем записывать РТА. И всем, кто хочет меня поддержать, будет ссылочка в описании, как обычно. В общем, не забывайте, если кто-то хочет поддержать. Так, надо новых мобов показать, потому что в расчас времени не было. Despair Nemesis, вот такие руны. Мне не очень нравятся, там две руны плохие, мне сменить их надо, но пока не на что. Так, потом, кто там, блядь, еще? Праху пока не качал. Ну, точнее, качал, но не одевал, но такое. Его одел, мне вообще не понравилось. Он хуже, чем Люшен на фарме с такими рунами. При том, что руны лучше, чем у Люшена, но он хуже получается. Здесь ему нужен полноценный цельный сет. То есть, или Фатал, или Рейдж. Только тогда он будет хоть как-то вменяемо выступать. А пока мне он вообще не понравился. То есть мало бьет. Ну и такое, короче. Что смог, собрал. Я там много монстров перелопатил вчера ночью. И перейдем к РТА. Надо запомнить время. 46, да? Ладно. Тут я маленько поиграл. Плейсментов. А что повисло? What the fuck? Я что-то не понял юмора. А что произошло? А что это за хуйня? Типа, в смысле? Алло, блядь. Типа, что, блядь, это такое? В смысле, блядь, вообще чё это? Не понял, я нажал, блядь, RTA бой, у меня нахуй все повисло. Это типа новая фишка на андроиде. Где типа новая фишка RTA, блядь, хэштег Apple Only, блядь. Только для яблок. Чё случилось-то, блядь? Поиграно, походу, короче, не знаю. Сейчас перезайдем, попробуем. Господи, блядь, как же все долго происходит. Я понимаю, что планшет, конечно, не новый, но он, блядь, и не старый. Опять лаг был, но только в этот раз отвисло. Ну давай. Угу. Ну да, я Вусу заберу, потому что мячик. Где моя палка блядская? Ничего, челик без стрипера, нихуя, он обезбашенный. Ну, блядь. Момо мне убрал, серьезно? Ну, давай. Посмотрим. Ну, давненько РТА не катал. Ебать, там вообще скоростей нету. Ну, ладно. Надо было, наверное, скипнуть первый ход вообще.
Но он сдаться не хочет. Ладно. Блин, мне проще авто добить, они его быстрее сами добьют. Авто врубить, точнее. А чего автоатака у палки бьет? Я вот что-то задумался, потому что некоторые палки больно так лупят. Я задумался и... По-моему, ни от чего, да? Просто от атаки. Он же, что ли, серьезно? А, от Макс ХП, она у меня с дефруной, вот в чем проблема. Ох, ебать, чел, спидпак попер. Нихуя, у него какой экзотический пик. Бля, я не знаю, я уберу ему Ориона. Ковбойша плюс Рондондон, блядь, плюс феечка. Посмотрим. Ну, наконец-то в этот раз он быстро вышел. Надеюсь, меня не с ним будет мачить, потому что... Ну, лол, опять с ним. На какого хуя меня серебром мачит, алё? Я ни одного, блядь, не проигрывал. Что он еще набирает? Да я то же самое возьму. В этот раз он хотя бы быстро сдался. А, он типа Океанос в этот раз убирает. Ну ладно. Посмотрим. Так. Ладно. Ну, типа, сейчас уже должно точно не на него ставить. В смысле, я с ним, блядь, уже 3 или 4 раза играю. О, другой, другой. Он тоже плейсмент играет. Так, ну пока давай так возьмем. Так, а вот и Вусу, блядь, отобрали. Сколько у этого урода, сейчас посмотрю. Да, он в рунах, нормально, можно взять его. Блядь, вот пал, вот это вот арфа, это не вообще неприятное дерьмо. Да ладно.
Типа, если я возьму свою арфу. Он ее просто ресетнет. А кто еще есть? Кто еще есть? Ну, типа Тиана как вариант. Не знаю, нахуй я тогда Чилинга взял. Вопрос такой замечательный. Он мне палку убрал. Ладно. Посмотрим. Я ему Ганимеда оставил, это, конечно, прям супер дерьмо. Ну давай попробуем побить лучше. Лучше убить его наверняка. Может быть и баф был лучше, не знаю. Блять, стан в чилинге. Ладно. Бля, я вот так не хочу второй скилл жать, но я не буду, пизду. Так, ну чилинг, давай, твой выход. Неприятно, но это похуй. А, мудила. Раскол, наконец-то. Ничего, куда меня закинуло? Опять в золото. Да даже не в золото, блядь, лол. Ни хрена себе, там рейтинг раньше 1500 кидало, это золото было. Ну, сейчас быстро проберемся наверх. Так, ну Момо наш. Сразу стрипера взял. Ладно. Давай палку отберем. Гемини. Так, тогда господин Лео плюс вот это. Рика, в пизду ее. Вообще с ней дел иметь не хочу. Бля, если ты Гемини на велорунах, это вообще будет рофл. Это такой майнгейм, просто Гемини на велорунах. Типа ты берешь Лео, а там Челик на велорунах. Но нет, чудо не случилось. Да, случилось, резист, блядь. Спасибо центру за это. Да, хуенчик. Ну ладно, играем дальше.
А он еще и в Немезисе. Не шутя себе. Бля, а как он раньше сходил? Я ничего не понял. Вроде я должен был сходить. Лол, слип, пиздец. Вот хорошо, что он его разбудил. Это супер хорошо. Нормально. Косарь мест до одну игру пролететь неплохо. Он же, ладно. Теперь взял Усу. Окей. Маленько изменим подход. Немного. Мы через Тиану пойдем. Либо через Гара. Посмотрим, кого он наберет. Он взял Чоу. Что можно взять? Можно взять Арха. Можно взять... Хуй знает, что еще можно взять. Арха плюс... Вообще мне не нравится связка Арх плюс Тиана, ну типа, почему нет? Он может забанить Момо, тогда будет тяжеловато. Ну окей, так, мы уберем вот этого дауна. Он убирает Тиану. Но у меня все равно стрипер есть в любом случае. Так, только мне надо каким-то образом быстро убить Рику. Если я быстро убью Рику, дальше легко. Либо законтролить. Блять, главное, чтобы он станов не дал. Дал стан именно в палку. Угу. Нихуя не даст то, что я нажму. Вообще ничего. Ноль стрипов. Вообще прикольненько, блять. Прикольно. Момо красавчик. Классика жанра, блядь, ноль стрипов. Бля, я даже не знаю, кого спасать. Типа Момо. Ну, такое тоже, блядь. Ну это слив, похоже, я не знаю, долбоеб с голды меня раскачал, нахуй. Не, нельзя оставлять Рику никогда, нахуй, ни в коем случае, просто, блять, вообще под дулом пистолета. Да, прикольненько, прикольненько. Ну, залуз. Залуз 800 мест, неплохо. Весело тут в этом рейтинге. Тут вообще, блядь, никого нет. Тут один человек, блядь, на весь рейтинг. Так, вот он забрал Момо. Ладно.
Я его пики спиздил или чё? Чё у него, блядь? Чё он замер-то? Так. Ну, настало время горячей хуйни. Чё, если ещё стриппер, то печалька, если нет. Ну да, надо было архом финишить, наверное, сейчас палку брать. Но тоже палка не особо, блядь, зайдет. Сейчас посмотрим, что он возьмет. Сейчас все будет зависеть. Он взял и стрипера, и иммун, блядь, одновременно. То есть ни палка не зашла бы, ни... И хуя бы не зашло бы вообще. Типа, если он гара убирает, тоже все плохо. Хотя, как посмотреть. Да, он гара убрал. Ну да, вообще все так себе. Мне, типа, надо шотнуть ему очень много раз. Минимум 2 раза, а то и 3-4, наверное, тесака. Ну как-то я супер по-долбоёбски играю, нахуй. Конченый день сегодня. Народ ебал этого дня. Медленная праха, заебись. То есть у того челика, блядь, был быстрее, чем мой ему мост-трипер, а у этого дауна супер медленный. Ну типа, блядь, камон. Ох, охуенный резист. Охуительный резист. Шикарный. Так, ладно, пока все норм, пока все хорошо. Так, я добью его, да? Да, добил. Теперь ее надо пиздить. Но он будет крутить КД прахи пытаться, да, он сейчас заливает. Он не ресит, серьезно? Ладно. Как хочешь. А, он типа сейчас ХП опустит, да? Он реснет и праха захилит. А нет, он просто нахуй сдался. Дайте мне того гондона, который меня выиграл. У него там ник какой-то не такой, там что-то Ионикуев. Что-то, ну хуй знает, там какой-то сложный. Нет, это не он. А, Момо. Чё там, блядь? А, это запись, все нормально. 2 коня, ебать. Жестко, жестко. Хелка плюс ириска. Так, в жопу океанаса. Не буду я его брать, нахуй он тут не нужен. Так. А кого еще взять? Да, блять, мне какого-то ДД надо. Мне не хватает все время ДД. Я не знаю, может тисака взять, что ли. Или ракуни надо. Надо было, наверное, ракуни брать. Хуй знает. На арха я смотрел, мне не понравилась идея взять арха. Не, в пизду коня, короче. Надо было брать гара вообще, наверное, и уебывать хелку очень быстро. Это было бы тоже интересно. А он думал, я и риску забаню. Не, чувак, мне вообще на него похуй. Хотя, может, он просто в иммун не хотел долбиться.
Быстрая, кстати, ириска, очень даже быстрая. Так, кто сходит раньше? Ну, из моих что-то хуй знает, вообще вроде никто. Резист, варха, ёбаный в рот. Ну да, надо пробовать, почему нет? Так, стоп, а с Момо чё? Почему он не ходит? Ладно. Да, палка, конечно, красиво меня подъебала. Охуенный стан. Просто охуительный. Самое главное, справедливый. Давай вот так. Ну что, опять трипл стан? Нет. А чё палка моя не ходит? Я чё нахуй ничего не понимаю. Блять, ревенж с четверным станом. Ой-ой-ой, блять. Держите меня, семеро. Как же, блять, это, сука, тупо. Ну, это что-то вообще дешманско. Ноль станов. В прошлый раз лучше было. Какого хуя они на таком рейтинге сидят, блядь, с такими рунами? Это типа... То есть у него диспейр 150+, у этого дауна. И он сидит в таком рейтинге, типа, блядь, что ты тут делаешь? У меня такой вопрос. Хули ты тут забыл в этом рейтинге? О, вот это мои клиенты. Так, это мои клиенты. Так, давай нахуй. Ну, давай Океанаса, наверное, возьмем. Попробуем. Он обычно нас всегда подводит, этот пидорас бесполезный. Ну, типа, бывает и по-другому. Триана. Не, ну океана здесь все по-прежнему все еще хорош. Несмотря даже на арха огня, он все равно неплох. Так, ну мы берем также Ракуни и баним Момо. Че, он Гара уберет? Да, он Гара убрал. Так, нам надо ресетнуть. Если ресетнем Хатор, то, наверное, вообще идеально прям будет. Хотя не, нахуй мне ее ресетать. Мне надо ресетнуть арфу ебаную. Вот что будет идеально. Ебаную арфу.
Довольно быстрый арх, кстати. Он свифтовый, скорее всего. Я почти даже уверен в этом. Ну, давай трать свои проки. Это заебись, что она в никуда прокает. Это охуительно. И сейчас Океанос решит, кого мы будем бить. Типа, будет ресет или нет? Ясно. Океанос ничего не решит. У него все сделали по два прока. Тупо каждый моб сделал два прока. Пиздец вообще, если бы я без иммуна был, это до свидули сразу, блядь. Есть ресет, можно бить ее. Ну ты мои два прока, здорово, блядь. Решит ли что-то бомба в Океаноса? Может быть и нет. Посмотрим. Нет, не решит. Да хули у всех мамо есть, алё, блядь. Дайте мне его тоже забирать. Арх огня плюс палка, блядь, вот это вот уже малоприятный пик он набирает, прям, я бы даже сказал, вообще нахуй неприятный. Сиара плюс вот эта мразь, ну давай, почему нет? Теперь я не очень хочу брать Гара. Хотя с другой стороны. А давай, а почему бы и нет? Давай. Я хз, как это получится, но мне кажется, мы убьем Оккульту быстро, либо палку. Давай нахуй. Он в гора идет. Ладно, твой выбор. Я отговаривал тебя как мог. Блять, он стан в гора даст, это вообще залупа будет. Не, нормально. И в кого он реклу даст? В ракуне. Бля, резист дважды. Ладно. О, зато вот это не в резист. Неплохо. Так, стоп, надо запаузить и еще раз начать запись.